Дайте каску. Аларм. А что у вас состязание сегодня будет на магах или что? Вот физика он сошел. А что там по бафам? Давайте чекнем. Каски нету. Херим, ты где? Смарт-килла давно отходила или... Он вообще трэш не бил. Я могу на хата зайти, графит. Заходить? Не, не надо пока. Вот так, все правильно, что Мишка не пошел, блядь, на пул слакает, сука. Единственное, еще на Рахирима нахипуливает. Сорвали бы агро, сдохли бы все, блядь, сейчас на трэше. Олег, 2 секунды отскочу. Игорь, ты делаешь? Да я знаю, что ты на пуле же, я угораю. Так, смотрите, первого босса в 3 хила пойдем без ордру. Заходите за линию. Опасно. Попадаю, косарь став. Ага. Рафик готов. Бафните ханта. Ханту бафы дайте. Мне еще каску. Все, макрос на пул. Давайте рост. С шипы бьем. Танки, разбегайте в стороны. Вот, иди. Уходи отсюда. Все, отлично. Страйт стоим возле звезды. РДД бейте босса, милики шипы. Давайте в шипы сейчас. Давайте в шипы все. Идеальнейшая тактика, да? Даже хилить нечего. Пластика. Последние шипы. Чудеса. Давайте. Только. Так тупо отойдите, служи. Шипы сыграли. Фантастика просто. Отошли от лица босса. Играйте в шипы. Ну точно в двери? Может, это обычка? Да, кстати, обычка. 30 лям у него же в обычке. Пошутил бы про член, придумал шутку.
Отказывается же от всего? Не знаю, на диск хуярьте. Пошли дальше. Ну, вот ноги пароли. Ну, я накинул как там ГП, кто занятил просто. Ну, значит, надо этим людям. Давай, Таргарин, спикни с БДК. Сделаем клетку. Сейчас будешь. Да, тут легко делается. Корни просто кинуть и все. Не знаю. Бабочки делают, вообще не глядя. Танки, давайте, подходим сюда. Так, погнали. Милики под морду не заходим. Да, конечно. Хотя они только про топалу или про товары тоже? Да там, по-моему, это шлем, шлем нам сет идет, остальное сетовое. Да, отдают тюменскую. Там, не знаю, это мусор. Я 5-10, пока у меня нет. Так, паладины, не забываем, на этом боссе кидаем каплю злань жертвенности на какого-нибудь игрока в рейде, чтобы мы не умерли при контроле. Блин, ну конечно, мощные. Это неправедное неистовство стоит. Так, кушайте рыбу. Блин, 31 секунда. Да, у нас есть, чтобы позыргать дверь. Бафните лока. Лет плюс добав дайте. Может сразу эрдру спекнешь пижона? Нет. Да, поменяйте на тему пауэр баллок. Рахилем, ты заходишь? Ой, с лестницы левый. Сюда тянешь, левый стоя. Давайте, мелики слева, бьют РД справа. Если что, помогаем друг другу. Давайте, бьем трэш. Так, готовимся контролить. Мы сконтролили людей. Давайте в квадрат контроль. Жон подымешь Доксона. Ну это ГП, значит, если мы лайкнемся. Доксон, подними свет удара. Блять, стопайте по своим, когда кто-то законтролен. Давайте в трэш сыграли.
забафали ретрика сову. Все в трэш сыграли. Сейчас будет контроль. Готовимся контролить. 2 секунды. Трэш добить. Нас контролили людей. Так, будет еще третий трэш. Нужно стопнуть. Он летаем. Кинес на Джелис в идеале на Длинноухова. Стопайте по леди. Ждем трэш. Все, в трэш сыграли. Первый хватает босса Уитнайт, на него напуливаем. Давайте в трэш пока. Нормально. Тарахирин бил босса. Да, он дурачок. Давайте добейте трэш, расконтрольте людей. Отбегите от духов. Мою гимна отхила. А, длинухи диспель проклятие. Опять вышли духи. Смотрим, отбежали 5 метров. Отбежали от духов. Опять отбежали от духов. Сыграйте в трэш, сейчас контроль будет. Все в трэш играем. Смотрим, сейчас будет контроль. Я в контроле. Дайте эфир, вихри, овцу. Не. Не. Напуливайте на Таргариена. Кант, рога. Вышли духи, бежали от духов. Бейте трэш. Расконтролили людей. Оффорд, подыми графита. Отбежали от духов. Физика, глыба, инвиз. Но пула нету, короче. Нагаря не набирает агро. Отбежали от духов. Давайте рост. Рост, когда меня в контроле прожал. Контрольте людей. Бежали от духов. Давайте, отбежали опять от духов, бейте трэш. Контрольте людей. Протопал в контроле. Второй БДК забирает трэш. Бежали от духов. Сними с меня проклятие. Да уж.
Почему тебя осколок занизил? Один дурак не может стопнуть ДПС по леди Рахирим. Умирает потом. А когда он еще... был умным-то, блядь? Еще пару дураков не могут стопнуть АОЕ дамаг. Дурак какой-то занидил осколок, блядь. Даже, ну, к бабке не ходи. Стой, стой, сдохнем, там никого нету. Хиль Тюменска, чё стоишь? Что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Орглина. Если вы поспешите... Еще портал к леди не работает. Странно. А, бля, я думал, я один такой лох, а портануться не могу. Ну, это говно. Тук, лечик важный и латный стукнет. Да никому не надо, я думаю, пошли дальше. Давай мне лутера, я а стукни, можно вару? Подай вот этому вару. Лыспнёкник. Самое конченное убийство леди, которое я видел. Всё. Вчера лича под Берсу убили. Что, Олегу остальное отдала? Может, надо? Рома отпустил две вальки, блядь. А все-таки кто осколок заменил с ребра? Да они не признаются. По музыку можно будет посмотреть. Просто сначала не докинула и пошла трезвить. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота! По местам! Как жизнь? Видите ранцы? Давайте на ходу бафаем. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом! Паладины бафу раздайте все. Видите? Что это там вдалеке?
Альянса! Все на палубу! И кто бафает? Может, в пушке он сидит? Да, Светодар в пушке сидит. Ну, тогда по этим варим, кликните на А пока. Смотри, на лодке стоит, лол. Там запустите сурка, поднимите Доксона. Забафайте каски всем. У меня осколок тоже. Плащик на ретрика. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее. Колье. Мы назвали его Дранош. А просто так его дашь? Не. Да он не особо в кое. Бинибис. Олег, осколок, дай, пожалуйста. Блин, я вот не вижу осколка там, держи просто лутера. Вот вам рыба.
Да, я забрала, спасибо. Сегодня я исполню это обещание. Ну просто ой, так, амулет кому-то надо, просто так. Можно плащ за просто так ханту, если никому не надо? Ну как я воспомнил, да? О, ты кидаешь этот шею или нет? Ты кидаешь обмен, ты там пленяешь. Да кошель там уже ушло, да? Вот лут, перекинь с меня. Нет, еще не ушло. Так, Маручи, МДК, код, Фурик. Хороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Чтобы воспользоваться этим предметом, мне надо его надеть. Да ладно, вот здесь. Завоеватель. Портируйтесь. Век, дай, пожалуйста, лутера, тут тоже осколок. Да, 10% шея кому-то надо. Thank you.
Клаш 10%. Заберу шею за десятку, давай. Клаш за 10? Да. Отцы. Короче, жестко фонишь. Какой у нас общий ДПС был? Идите ровно вперед. Я знаю, что я не знаю, на вызначен, собственно, до посольства. Блин, ну что-то пинг поднимается. Сову успехайся, все равно захилят, так справится нормально. Ну ладно. Танковская чешка с резки, не знаю, на всех идет. Ну, если человек на самобор. Давайте зеленую, наверное, да? И зайдете в ворота обратно. О! Нормально ты там отдыхаешь. Ага. Thank you.
Не, она не бесполезная. Общий дамаг там снижает, хорошо. Дайте фулл баф по ДК. Скучновато сегодня рейд. Я же говорил, Мишка, надо было идти. Может кто-то историю расскажет какую-то веселую. Ну я сегодня квест делал на Шем Мути. Ну и короче, начинаем делать квест, значит. Пью, это, рагу набираю, лужи эти пью, блядь. Первого зеленого не замедлил, красного замедлил, блядь. Накопил 100 раги, смотрю, нету этой хуйни, шема, нету этой на панели, блядь. Я говорю, блядь, я грань не надел. Блядь, пиздец. На меня лоло хотел закать. Вайпнулись, блядь. Лолова РК сказала, что накакает у меня. Как профилия какая-то. Да, пиздатая история, ничего не скажешь. Только самое лучшее. Сборник пиздатых историй войнов. Так, слышно нормально? Угу. Станция выходит 4 ШП, СВ, Пал и Афлик. И Хан. Каски. Каски, мне... Батя, каски. Да. Заходим за линию. А, забыла написать на хэпала. Да не упадет. Давайте. Маг уже есть? Пристабаф. Даю пристабаф и маг. Рейд, пожалуйста, перебегайте, если на вас блюет кто-то. Геру. Давайте Геру. Это просто... Сука, Таргарин, дуй в город, блядь, заебал.
Это ты должен делать. В смысле ты, бля, в жопу иди. Ты как бы БДК, лол. ДК вообще похер, может не дуть в горн. А вот ДК в вроде ДК в ротации горн. Да. Классно. Горн, а вот. Просто слизень будет скоро. Рон, прожми дубовую кожу. Дай килам или... Так, сейчас будет большой. Да, большого. И бабл. Я как раз крылья прожала. Ленухи надо тебе? Хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Дарто претригин. Век, надо кому-то. Травма нахила. Нохи, просто так надо травма. Что тебе за пушка? Меня кинжал на дух, но он вроде как. А, покажи, что мне особо нужен. Давай, шкаф, куда побежал? Серебра, что ли? Да, у меня серебра кинжал на дух. А, тебе травму уделишь. Осколок, осколок. Тыкайте в ёбаный шкаф, чё вы смотрите? Блять, заебал этот осколок. Что ты его не видишь? Убирай быстрее. Дай лутера на весь инст, короче. Да. Ты будешь просто ГП начислять. Все. Нет, я просто забываю потом поменять лут на себя, и уже в конце боя, когда лут появился, опять меняю на себя и мир осколок. Так, ладно, никто не умирал, ДБМ, макрос, на все дела. Носите спорок, шаман. Я уже популярен в тачке. Да, Олег, не объект, тоже надо. Разбери. Ты так приедешь. Горд. Таргарину, ебаните ГП, блядь. У ВДК нет ротации горна. У меня есть, блядь, поважнее кнопки, которые надо нажимать. ЛП. Таргарин, обнови горн там. Куда же делать БДК, блять, что за глупости? Сколько я не ходил БДК, я его всегда обновлял. И даже не парился. Ну, блядь, ну ты не. О, такой БДК, как хороший, как я. У меня пятый разряд, все, замолчи. Ну вот оно и видно, блядь, что у тебя он пятый. Ну пошутил бы как-то. Мана людей седьмой. Ну, смотри, у АДК горн в ротации. БДК его нет. Если БДК юзает горн, это одно лишнее ГКД, которое может тратить на удар смерти, какой-то прожим. Соответственно, логично, можно подумать, что АДК должен давать горн. Если он его не дает, значит он что-то там проебывается в ротации. Давай посмотрим ДПС Таргариен. Так, 89 место, 14 ДПС. 6,8, 7, да, что-то не. А у АДК будто нету выхода, да? У него есть окно, с которым нужно чем-то занять. То что у него есть? Окно. Окно. Без рук, которое нужно чем-то занять. Так, ребят, у кого стоит магия? Ой, аура защиты от темной магии.
Реду резисту кого? Лаура, на ядке. Гайника, прожми. Может, у него горн на 2 минуты, блядь. Какая разница с ним? Пытаться горн. Чаще ожидается, чем... Тапки. За бомбу, блядь. Тапки, ебать. О, Вуди Аллен, нихуя, ГЦ, блядь, красава. Чё там, правда тапки? Да. Не смотрел. Да, да, да. Большая тапки. Еба. Ну все, удачи, Вяне, жизни. Спасибо за гильдию, да. Чему еще шею надо? Шею я тоже потом Шея уже в следующей жизни, через годик вернется. На сколько копии чара будешь продавать? Я не буду продавать чары, зачем? Иришка, Иришка. А, Иришка. Кому-то объект нужен? Ну да, мне надо. Давай, кидай ру. Ну, кинул. Олег, а там поезд на ханта случайно нету? На кого рулишь? На собой? Не, это как на офспед, если никому не надо. Ну это надо еще чек объект. Нахера тебе объект? Ты глянь, у меня и так ничего толком нет. Да, пожалуйста, ставлю объект. Да, вон там интеллект сменить. Или мырки-ферки, ты врка, я ж привел, кому-то надо объект, рольте. Кому дать объект? А то все равно я и лемом нифига не хожу. Лем говно. Давай, мырки на мэ. Крипа для фаната Бибопа. Право. Ай, кидай мырки-фырки, короче. А чё, на зафул забирает? Ладно. Болит на пи. Так. Блин, ну. Файл там. Если один дек ролит на 50%. Ты пропадаешь. Если человек ролит на вов, то есть. Так, Эника, ты. Давайте. Тебе ну на. Ты пропадаешь, что только это. Ладно. Так, не пропадаю. Эника, ты знаешь, как пить лужи? Здесь за протопала надо только пить лужи и все. Смотри, первого зеленого слизня ты не замедляешь, ну это на первой фазе. На переходках замедляешь все слизни, и зеленого, и красного. Только делай это заранее. Вылезает слизень, ты видишь, что он уже кастует, ты сразу его замедляй. Таргариен, дай горн. Разве сложно это делать? Олег, да. Поезд на ханта не упал? Ничего не падало такого. Ничего не падало. Он летает, повесь проклятие на красного слизня, удиален на зеленого. На первой фазе стопаем ДПС. Чек на пол. 2 минуты горн был. Нах. СС на докса накинь, он летает, удиален на пижона.
Все. Ну, не прожимайте, сейчас прожметесь на зеленом слизне. Сейчас просто ждем зеленого слизня. Давайте, РДД зона в квадратике, милики в одной точке, стойте в этом, в каком фурике в ною. Стопайте по профу, все, хватит бить профа, 7% осталось. Ждем красного, зеленого. Профа не бить. Все РДД стоим в одной точке. Приз, не приз, маг, не приз, никаких блинков, никаких тучек. Все, играем в зеленого слизня. Так, если в мили-зону пойдет слизень. Так, милики отбежали в РДД-зону. Не бежать к зеленому слизню, отбежали. Все, выбежали с лужи. Выбежали с лужи. Переводим. Пижон, передай чему. Так, зеленые к столу. Кто не будет возле стола, с зеленым дебафом я накидываю ГП 500 сразу, сходу. Разобрали слизней по дебафам. РДД, на ком красный дебаф? Сбежали с цели зеленого. Хилы, не сбегаемся в цель зеленого. Смена цели красного. Спел гимн. Слишком хороший ДПС. Так, пельмени, влево-вправо. Так, вылазит здесь красный. Сейчас вылезет, пойдут пельмени. Отбежали влево-вправо и играем красного слизня. Покидывай, пожалуйста, раскол чуть-чуть, Варь. Так, РДД отбежали от пельменей, сейчас появится зеленый. Мы стоим, короче, сейчас в квадрате. Появится зеленый. После зеленого сразу пойдут пельмени, и мы побежим просто в одну точку за квадратом. Вы поняли? Стали все в квадрат. Подбежали вправо. Там пельмени. Блять, метка спала. Ничего страшного. Все, бейте зеленого. Давайте, все в зеленого в одну точку встали. Не бежать к зеленому, добили. Так, все, переводим босса. 3%. От пельмени отбежали и переводим босса. Доксон, подними физику. Все, переходка пошла, замедляй всех слизней. К звезде все встали, на ком зеленый дебаф. Быстрее, к звезде. Давайте рост. Альпиш, по команде споешь гимн, если надо будет. Отбежали, в звезду встали. Череп сбежались. Так, смена цели красного. Он не будет красного. На трех. Прожимаю божественную защиту и забираю босса. Там лужа в воздухе, видишь, веди к звездочке. Босса, да, где? Я Зила, тебе надо миниатюрная колба?
Хорош, 29. Покоритель. Стойте вниз. Слушай, а что с трэшем сделали? Раньше, когда агришь, весь этот трэш пол рейда лежит. Ну, потому что люди танчат, по-моему, сколько-то там танков есть еще. Ну тут есть Изила. Изила, друг, прожми БЗ. Киньте попу, она просто спадет эта хиня. Уйдите вниз. Внизу уйдите. Уйдите все вниз. Поднимайте воида быстрее. Дайте гнев небес, кольцо льда. Воида, поднимите быстрее. Кого нет бы? Давай. Поднимайте еще раз. Вставай, блядь. Пойте гимн от хил. Дайте бафы. Thank you.
Купите, пожалуйста, каску. Не то, подожди. Ну ладно, все готовы, визуально смотрю, погнали. Что одолели нас? Сан-Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Восстанье был досадным недоразумением. Сила смерти позволит Валонару свершить помещение. Прожми сакру, протопал. Поднимайте Трисию. Есть БР еще? Бахните рогу. Драма подальше встали. Не стоило и отвлекаться на тебя. Молодцы, не отбежали от шара. Есть БР еще? Хатай, есть БР? Так мне надо поднять. Ну, пижон, поднимай Хатай, Хатай, поднимешь светодара. А, у меня БР КД. Я свой доподнял. Блять, я могу. Даксона 3 секунды КД. Поднимай светодара, Даксон. Светодар топ ДПС регенди. Да, заебись. Что, под папом не будет стакаться? Давайте рост. Чем меньше я говорю, тем больше мы падаем. Чем больше мы падаем. Говори без остановки. Мне кажется, просто даже чем больше... Даже скажите историю лучше, какую-нибудь веселую. Так вот, да, веселая история. Не, не надо, не рассказывай. Это грустный знак. Дайте сакру, пожалуйста. Да ебать. Ебать, Хатай не может прожать кожу. Сука! Да у меня там было только синька, пока меня захитрит, так я вечно буду ждать. Кто-то просто ко мне подбежал. Ой, кинул тебе ходки, живи. Давно такого конченного убийства совета не видел. Ну как и леди. Ты так по КД говоришь, лучше. Я так говорю, блин. Это шутка хуя. На прошлом КД. Да я не помню такого. На прошлом КД, блядь, я айрелил этим. Котом, что ли. Убили все с первого трая. 3500 доп. ЕП. Как и вчера, кстати.